Я национализм в любой форме ненавижу, потому что в каждой нации есть и гении, есть и средние, есть идиоты. В любой нации. Поэтому нельзя на одну нацию говорить, что она хорошая, другая плохая. Нет такого. Процентаж у всех приблизительно одинаковый. Да. Поэтому я не люблю этого. Но на самом деле в советское время декларировалось, конечно, всеобщее равенство, братство и так далее. И мы так и росли, веря в это. Значит, да? Но оказалось не совсем так. Значит, вот оказывается, в отряд космонавтов, значит, именно первый отряд космонавтов, значит, да, отбирали по принципу негласному, оно не записано нигде. Вот что еще коварство в чем. Неписанные правила. Неписанное правило, что в отряд космонавтов набирали, тогда было такое указание оттуда, значит, да, лиц только славянской национальности. Не русской, а славянской. Это входили народы русские, украинцы, белорусы.